Привет всем. Наверное, мы со многими виделись и знакомы, потому что в Казани у нас было мероприятие, и я там тоже выступал на прошлой планерке в числе... У нас была очень необычная планерка, у нас было, по-моему, часа 2,5, и все это длилось, потому что лидеры выступили минут по 20 со своими лайфхаками. Вот, если кто этой планерки не видел, обязательно бегите обратно и посмотрите в аналы истории, в записи посмотрите всю эту планерку, потому что, ну, классные были лайфхаки, я сам для себя много чего взял, там было и по работе с предприятиями, и вот очень мне понравился кейс Наташи, который рассказывал, как в ТикТоке надо продвигаться. Друзья, я Алексей Хохлатов, я еще пока стажер, Макс меня обогнал, у меня 27 тысяч пока, еще 3 тысячи не хватает, чтобы оплатить лицензию. И Макс, как раз мой лидер, мне очень приятно было видеть, как он четко по полочкам взял и забрал у меня мой хлеб, который я хотел сегодня сказать. Замечательно, поэтому я буду говорить о совсем другом. И оборот прошел 10 миллионов. Вот вчера, по-моему, да, закрылся. Или позавчера, по-моему, вчера все-таки. Оборот 10, позавчера вечером закрылся оборот 10 миллионов. Сейчас уже 10 миллионов, по-моему, 800. Очень все быстро идет. И, ребят, вот тем, кто сейчас только, может быть, пришел на платформу, кто первый раз, можно сказать, ну, может быть, второе, третье касание, да, то есть еще не очень понимает, куда он пришел, что это за бизнес, я могу сказать следующее. Вот Ислам это уже сказал вскользь, здесь нету быстрых денег. То есть, я бы добавил слово шальных. То есть, раз так заработал, и все, капец, да. Здесь деньги очень большие и очень-очень большие, но они по нарастающей идут. Вот за первый месяц, я в декабре подключился, 11 декабря стал рассылать свою ссылку, за первый месяц у меня 250 рублей дохода. 250 рублей. Кто-то скажет, ну, особенно те, кто меня знают, типа, Алексей, ты вообще чем занялся? У тебя там инвестиционный бизнес, и ты продаешь там пакеты по 10 тысяч долларов там, и так далее, да? И зарабатываешь сразу со сделки неплохо. А тут ради чего ты колбасился там 3 недели в декабре перед Новым годом, чтобы заработать 250 рублей. Ну, я знаю ради чего, потому что сейчас идет в день уже по 1500-2000 рублей. Это как бы тоже ерунда, ну, как бы не очень много, да, но это только второй месяц работы. Вот сегодня какой у нас? 14 февраля, всех с днем влюбленных, да, милая? Вот. То есть фактически 2 месяца и 2 дня. Как я стал рассылать свою ссылку регистрационную. Вот. И что я вам скажу, ребят? Ну, доход от 250 рублей в месяц до 1500 в день за 2 месяца. Я имею в виду в промежутке за 2 месяца. То есть доход, который достигнут таким образом за 2 месяца. Ну, это, я бы сказал, очень хорошая ракета. То есть это очень хороший старт. Я сейчас понимаю прекрасно, что за февраль, то есть если за декабрь я заработал 250 рублей, за январь, это было 9 тысяч рублей. Сейчас уже 14 февраля, то есть фактически, считайте, половина февраля, я заработал всего 27 тысяч рублей, то, судя по всему, до конца февраля это будет где-то в районе штуки баксов. И 1000 долларов в день – это уже какой-то более-менее дополнительный доход, который можно ощущать. Поэтому, друзья, это бизнес разгонный. Ну и, кстати, давайте не буду завершать на 1000 долларов в месяц. Я совершенно убежден, уверен и знаю, что и 10 тысяч долларов в месяц к лету это будет совершенно реальная сумма для многих из нас здесь. Тех, кто начинал. Вот начинал вот сейчас и сейчас начинает. Это бизнес для тех сейчас, кто стратег, кто может видеть вперед, кто умеет... Ну, кто в каком-то смысле не испытывает нужды вот прямо сейчас вот, иметь деньги, чтобы пойти хлеб себе купить. Да? Здесь надо иметь терпение, и это терпение длится где-то месяц за 1,5-2. До того момента, если вы пришли сюда за деньгами, чтобы эти деньги начать получать ощутимые. Вот. Но здесь есть ряд побочных эффектов в этом бизнесе. Это очень легкий бизнес в том смысле, что вы, во-первых, никогда не испытаете никакого репутационного риска, то есть здесь не может быть истории, здесь ее просто не с чего взять, что люди какие-то деньги потеряют. Просто потому, что люди здесь никаких денег не вкладывают, понимаете? Это что-то уникальное вот, в сетевом бизнесе. Люди не вкладывают денег вообще нисколько.
Единственное, у нас есть вложение это в лицензиата, чтобы купить лицензию, но вы же тоже эти деньги не вкладываете из своего кошелька. Эти деньги возможно в нашем бизнесе вложить только из заработанного. То есть вот вы зарабатываете деньги здесь, и часть, и все они, да, идут на оплату лицензии. И то добровольно, если вы захотели купить эту лицензию, вас никто этому не заставляет. Поэтому, друзья, абсолютное отсутствие репутационных рисков, полное бесплатное включение всех участников, а вот я бы поставил знак плюсик, и теперь равно, вот эти два фактора равно вирусное распространение всей системы. А значит, соответственно, еще один дополнительный плюс, неожиданный, может быть, для кого-то. Я его не очень, например, ожидался на самом начале. То, что здесь огромный нетворкинг. То есть вы начинаете знакомиться с людьми с бешеной скоростью. Потому что вы привлекли, ну, за месяц сколько можно привлечь? В среднем там 20, 30, 40 человек, да, человек привлекает. Вот. Такие, как Макс, как Саша, который идет вместе с Максом, да, которого Макс привлек, они могут в месяц и по 1000, ой, по 1000 это, конечно, классно, но по 100 человек в среднем, да, я так смотрю за статистикой, где-то 100 в месяц так и получается, и у Макса, и у Александра, но это топы, это люди в каком-то смысле, в хорошем смысле сумасшедшие, которые каждый день, вот как Макс сказал, да, по 10-15 человек приглашают. Но, соответственно, они должны иметь какую-то записную книжку, чтобы по 10-15 человек в течение месяца приглашать, да? Или, ну, особое умение знакомиться с людьми. Но простой-то человек, но он привлекает в месяц по 20-30 человек, подписывает сюда. Вот у меня сейчас подписано, по-моему, 30 человек всего. Не подумайте, что я намекаю на то, что я простой человек. Это так и есть. Тут и намекать нечего. То есть я в совершенно нормальном, спокойном, я бы даже сказал, расслабленном темпе иду. Вот. Но из этих людей, вот из этих 30, есть бриллиантики. Вот. Иногда попадаются просто клиенты, которые еще не включились, не поняли и не включатся, возможно. А есть такие, как вот те, которые уже сейчас выступают на наших планерках, понимаете? Вот. А главное что? Главное, вот мы тоже проводили командную планерку как-то недели, наверное, три назад и с Сашей, и с Максом, и мы даже такой термин там придумали. Дотюкивание. Дотюкивание. Такое по-русски звучит, да? То есть если вы человека пригласили, он может сразу не врубиться, куда вы его позвали, какие здесь перспективы. Как Макс сказал, люди деловые, им не до того, чтобы в вашу информацию включаться. И тут очень важно дотюкать. Пусть это тоже жаргонно звучит, но это очень по-правильному. Вернее, так это отражает правду жизни. Если вы человеку сказали, а он что-то не понял, или понял, но не зарегистрировался, ему, может быть, некогда. Может быть, до него не все дошло. Может быть, он не знал какую-то перспективу. Вот Макс включился после планерки. Вот, он подписался, да, он, может быть... А, он даже апгрейды не сделал сначала. Потом он зашел на планерку, посмотрел, я ему скинул такую ссылочку сразу перед планеркой, он зашел, посмотрел и включился после этого. Вы не знаете, на каком из тюков до подписанных вами людей, до приглашенных вами людей дойдет эта перспектива. Поэтому очень важно до каждого делать 7, 10, а иногда и 20 касаний. Но касания эти делать надо ненавязчиво, надо просто общаться. И вот здесь я закругляю эту тему на нетворкинг. То есть вы здесь, в этом бизнесе, просто общаетесь, потому что вы можете совершенно спокойно не навязывать ничего. Потому что вы здесь ничего не продаете. Человеку не надо не вкладывать никакие инвестиции. Ничего от человека не требуется. Просто как создать бесплатную карту и делать то же самое, что он и сейчас делает, только через другую карту. Все. И этим надо пользоваться, друзья. Вот эти привилегии этого бизнеса и надо пользоваться. Вот только что мной озвученный. Поэтому делайте этот бизнес легко, спокойно, ненавязчиво. Никуда не торопясь, хочется сказать... Но при этом хочется сказать, что надо поторопиться захватить рынок. Понимаете? Поэтому вот соблюдая тот самый баланс никуда не торопления и при этом правильного торопления, так скажем, да, вот. Пользуйтесь этим, друзья, и делайте этот бизнес красиво. Вот все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо.